Вот что бывает, когда полгода не снимаешь ивенты, приходится разменивать. Лифт на... Что, это лестница? Да, это лестница. Моя карьерная лестница, естественно. Но, к моему огорчению, нам нужно спуститься, потому что сегодня мы освещаем Мисс Азию, а она происходит в синем зале. Так что будем набирать дальше шаги. Так что пускайте меня. Кстати говоря, меня зовут Влад Цой, это FIFU TV, если вы вдруг не поняли. И, как вы видите по моему луку, я сегодня репчатый, само собой. Но нет, на самом-то деле это референс с того самого сюжета про фаст-дейтинг, если вы вдруг не помните. Дайджест ДУФУ, репортаж. Знаете, когда долго общаешься. Вот у меня сегодня такая же розочка, только она в таком состоянии, будто вот с фаст-дейтинга и пришла. Что бывает, когда на 10 часов отключаете воду, вот розочка, и бывает, что вот так вот откидывается, так что... Мисс Азия – это ежегодный конкурс красоты и таланта, где участвуют студентки ДУФУ, преимущественно азиатского происхождения. Несмотря на то, что я учусь третий год в университете, я впервые на Мисс Азия, и я, правда, в большом предвкушении нахожусь. Насколько мне известно, это уже 7-й раз проводится Мисс Азия, и... Столько трепета, столько волнений и такая большая деятельность была возведена во все это событие. Мы были в прошлом году на этом мероприятии, тоже вдвоем, и там была, с нами ходила еще девочка, которая сейчас принимает участие в этом мероприятии непосредственно за борется за место финалистки в Мисс Азии, Ксюша Нгуен. Конкурс состоит из визиток кандидаток, подготовленных ими номеров, сопутствующими выступлениями других организаций, например, Cover Dance Group, розыгрышем и, естественно, награждением с присвоением титула «Мисс Азия». Оцените, пожалуйста, у нас просто есть своя самовольная шкала от нуля до Чунгука, здешней «Мисс Азия». 10 чунгуков из 10. Ну, чунгук это, наверное, очень хороший, да, кто-то? Ну, тогда 4 чунгука. Каждый год все участницы конкурса получают определенный титул. Самыми народными считаются категории «Мисс зрительских симпатий» и «MissAsia.ru». Студенты могли проголосовать за определенную участницу. По итогам конкурса титул «Мисс Азия 2024» получила студентка 2-го курса направления реклама и связи с общественностью Селина Куличкина. Итак, а теперь совет от Влада Цоя всем подрастающим поколениям. Если вы хотите заработать очень много денег, то, пожалуйста, инвестируйте в банки. Так что все денежки в банк. Селина, добрый день, добрый вечер. Уже даже так скажу, мы FIFU TV освещаем Мисс Азия. Вот мы, во-первых, поздравляем тебя с победой. Вот насколько ты была уверена в своей победе? Я уже шла за победой. Это правильно, да. Моя розочка, вот она у нее сегодня такая аренда была, да. Ну что ж, мы, в принципе, завершаем наш сюжет. Да, если нам очень, во-первых, понравилось, я уверен, что оператору понравилось. Еле меня откачивал, когда был кей-поп, ну это прям вообще просто массаж сердца. Ну, я бы пошутил, что плавно переходящий в искусственное дыхание, но нет. 1000 лайков, и следующий сюжет мы записываем в формате Джо-Джо со всеми этими подкачанными чувачками, с париками смешными. Ну, то есть это вот я буду и оператор мой, естественно, Алина Ким и Влад Цой, соответственно. Вот так вот. Это все, конец нашего бэкстейджа. Всем пока. Спокойной ночи и удачи. Дора, выпусти, пожалуйста, альбом, я тебя умоляю.